Они обычно в Кишиневе бывают. Япон? Япон? Ну так, захват, ты как помнишь? Помнишь, я говорил, как захват держать? Душить? А душить кто будет? Душить? Оп, аккуратно, на колени не... Старайтесь на колени не падать. Стоп, стоп. Максим Винукович, быстренько ко мне. Вот так. Вот два друга. Сейчас все туда залезу. Нет, это не так. Смотри, вот ты держишь, да? Ты можешь взять вот так? Раз, раз, вот. Или отсюда, или отсюда. Раз, 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 или отсюда. Вот так. Вот так. Да, да. Да, нет. Да, нет. Вот ты должен, видишь, закрывай. Вот, 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 и сюда спать. Еще. Еще. Старайтесь под захват начать. Правой, левой рукой снимать. Попробую удержать его и посмотри, как он будет реагировать. Отлично. Толян на шару залетел. Как встаешь? Нельзя, это япон дадут. Яльца снял или нет? Блин, красавец. Зато посмотрите на Толика. Он встал спокойно и все. Просто правильно страховку сделал. Молодец, Толян. Молодец его соперник. Димка, супер. Печары, ну печары. Мальчики, встали в стойку. 10 секунд и в стойке. Ваня, 10 секунд и в стойке. И он, 10 секунд и в стойке. Вот оно! В азаре даже япон дают. Красавец! Что-то Толян расслабился чуть-чуть. Перевожу стрелки. Устал? Нельзя расслабиться. Локоть держи хорошо. Не расслабляйся. В захвате расслабляться нельзя. Макс, это могут япон дать. На всю спину шмякнулся. Широко прямые, руки очень далеко. Зачем туда далеко так за спину? Вот здесь придержи. Возьми сверху носом его, носом туда. Пусть что-то дадут. Носом его на колени поставь. Эй, пацаны, вы что? Вы в кадр не попадаете, да? Вы решили туда. Носом его туда. Возьми сверху и носом. Правильно. Как хочешь, так и борется. Стоп. Аджиме. Наклоняется, еще ниже его поставь. Край ковра, Толян, улетишь. Стоп!
аккуратно, Толик без захватов немножко. А? Мате, сора мате, пошли вокруг ковра, встали, пошли вокруг ковра.